Тут у вас такая, такой странный память. Это у нас 14 числа на Новый год такая вот елка полетела. Она лежала вот тут. Ага. Тут были ворота железные. Ага. И до сих пор мы их найти не можем. Мы не знаем, куда они улетели. Я утром бежала кормить собаки, я честно думала, она не взорвана. Я первый раз это видела чудо. Ну а потом уже вот бетонировали. Один год наряжали дождиком. Да, серьезно, сделали из нее елочку. Елочку делали, да. И таких у нас упало 6 штук. А выглядит как розочка здесь, да? Сверху. Ну, видно, как вмятина, как вот у ворота, видно, как встряла. Ага. И так вот оно. Да, больше было снарядов, что вообще ничего не осталось. Вот такая елочка.